мозаики готовы? К апрелю или когда? 12. Марта. Марта? Да. 11, я бы сказала. О, боже, это прямо ее день рождения. Прикольно. Она понимает, что не все мозаики будут сделаны или нет? Если что, ну, типа, нет. Она сказала, что все будут, да, сделаны? Да, понятно. У меня тоже пока ничего нет. У вас вообще ничего нет? И не предвидится пока что. Да не помню ничего. Может. И вот эту вот фасцию вот, вот так вот, более со сгибом так вот, и сюда вот так вот, то есть движение поактивнее. Я уже вчера сняла один день. У нас был рисунок, у нас сегодня снова рисунок. А в воскресенье у нас живопись, на которую мне надо принести холст, а мне его нет. И покупать я его не хочу. Я же недавно научилась холсты делать сама, поэтому я благополучно иду снова с двухметровыми рейками в вуз. Ничего не меняется. Каждый раз одно и то же. Но сегодня у меня всего лишь 3 штучки, поэтому их нести достаточно легко. Вот, а еще у меня такая... на волос на башке. В принципе, я очень рада, у меня хорошее настроение, поэтому я еще вчера немножко порисовала. А, ну я тоже снимала. Порисовала на iPad'е. Я решила зарисовать дораму «Сказание Кумихо». Я смотрела ее где-то год назад. Нет, вру. Или нет? Я забыла, полгода назад. И мне так понравилось, я пересмотрела уже 3 дорамы с Лидонуком, вот хочу 4-ю начать смотреть. Я не помешана, если что. Вообще, мне больше всего понравилась дорама «Незнакомцы из ада», но вот захотелось мне начать как-то так вот с драматического момента «Сказание Кумихо», поэтому я просто не рисовала 2 месяца на iPad'е, и у меня вчера такое хорошее настроение было порисовать, поэтому мне как-то прям очень поднимает это настроение, реально. А сейчас уже почти вечер, даже не почти, ну да, нет, почти 5 часов. Не знаю, успею ли я сегодня напилить эти рейки, но если нет, типа, у меня еще есть, хотя, ну, 3 дня, типа, но лучше, конечно, сегодня сделать. Короче, посмотрю, как будет получаться, потому что там сложная постановка с доспехами, а самих доспехов нет, нам надо их додумать. Точнее, они должны быть, но когда они будут, неизвестно. Поэтому... Я думаю, что, наверное, я буду маяться сейчас этими доспехами. У нас уже вовсю идет пара по рисунку. Я успела все-таки сделать подрамник. Единственное, что как бы на это ушло где-то 40 минут от пары. Это как бы не очень хорошо. Я проклеила. Вот у меня тут где-то местами есть скобы. Вот, да, здесь их видно. Я проклеила еще стыки. И где-то скоб еще нет. В общем, я подожду, чтобы это все высохло. Я просто приклею, и все, и готово.
мы пришли в столовку, и у нас так случайно получилось, что мы сегодня все едим гречку. У нас сегодня гречный день. Во-первых, осталось только, в принципе, гречка и макароны. А Яна по чистой случайности тоже взяла из дома гречку. Я достаточно соблазнительно чавкаю. Достаточно. Сыром? Да, сыром. Сейчас тоже гречку, только у Марины... Что, это свинина? Да. У меня говядина. А у нас не перепутали? Нет, свинина посветлее. Каждый раз у меня просто нет времени снимать видео, влог в другое время, потому что я буквально прихожу с вуза, там поболтаю с Леной, чисто отдохну, покушаю и ложусь спать. Я сегодня проспала, потому что я вчера поздно вернулась с Мозаики, плюс я потом посидела в кафе, пришла, в общем, очень долго там болтали с моей соседкой. А в итоге я поздно легла, проспала живопись, и я вот сейчас в итоге иду с опозданием. Сейчас я точно не знаю, пойду ли я на живопись, потому что я хочу пойти на мозаику. Она у нас должна быть до 12 числа уже сделана, а она еще вообще, ну типа, ну вы видели. Я иду с кофеечком, купила себе кофе, не могу жить на мозаике без кофе, особенно с учетом того, сколько я сплю порой. Хотя сегодня я выспалась, будем откровенны. У нас просто еще от пары осталось немножко времени, и там модель сидит. И я думаю все-таки прийти достроить, а потом убежать на мозаику, потому что кафедра еще будет открыта. Так как мне бы хотелось все-таки ее успеть, скоро у меня начнется работа в анимационной студии, и я понимаю, что, ну, мне будет вообще не до мозаики. Вот, поэтому, наверное, пока у меня есть желание, я сейчас после живописи, наверное, все-таки схожу на живопись, займусь мозаикой. Приветик. Здравствуйте. Я считаю так, лучше поздно, чем никогда. Давай быстрее, Дарья Олеговна еще не было. А я знаю, а вообще она не приходила? Она один раз утром, ну, как я слышал, утром, потом уехала выставку свою разгорать. Поэтому, если ты быстро расположишься, будет она. Зуфара, это первое занятие, да? О, кстати. Я просто в аудитории вместе стояла. Ты тоже стояла? Да. Или ты второе занятие? Это второе. А, значит, ты не поверишь. Вот, да. Я знаю, она бросок. А я знаю, что здесь стоял. Я думала, мы с тобой встанем, короче, ну, по диагонали вот так. Mm-hmm. Вот так как сейчас вас тут трое, это сложнее сделать. Ну ладно, я сейчас этот подумаю, что можно сделать. А как это получилось? Ну просто, наверное, да. Хотя, а фиг знает. А что, у нас сегодня пара была? Я помню, что тебя не было, что ты тут стоял. Сейчас, подожди, я достану. Я в прошлый раз плохо себя чувствую. Вообще, я хочу идти на следующую пару и пойти на мозаику. Слышите, что я заболела? Я тоже. Я скажу, что ты на третьей. Иди нафиг! Что ты болеешь на третьей. Да. Не надо. Что ты болеешь за локомотив. Друзья называются. Я попросила. Полина. А. 100 друзей или 100 рублей? Спасибо. С учетом последних данных, что вы умираете. А так
также выполнит следующие работы. Создание роста. Хотя бы. Он как человек сделает. Мне каждый раз делать эти крупы надо. А надо все было внимательно. Знаете, что Наталья Николаевна? Нет. Я номер спрашиваю, и она говорит, так скоро Виталию сдали. На тему достаточно. Да, может, вы просто посоветуете. Ну, есть теоретические проблемы, есть практические проблемы. Я вот думаю взять на зачет на ваш предмет. Это я сейчас скажу, это будет суббота. Нет, это будет... Да, вы должны взять... Либо можно является одной из основных для нашей кафедры, да, потому что... Тема наук пытается найти синтез искусств именно через синтез отечественной. И... Я бы хотела, возможно, взять что-то связанное с искусством Древнего Египта. Mm-hmm. Мне очень нравится их монументальное искусство, mm-hmm. вот каноны касательно вот богов, mm-hmm. Вообще в целом их религии. Вот. Но я не знаю, что конкретно можно взять. Меня, может, даже интересует не столько, как бы сказать, какие-то стилистические особенности, mm-hmm. а скорее как религия на это все влияла, ну, да. Потому что вот... Да, то есть вы показываете, как сами религиозные представления, ну, которые существовали в это время, mm-hmm. они определяли характер монументальной живописи, да, которая в этот период, соответственно, развивалась. Семь часов вечера, и я только сейчас пришла на мозаику, потому что я все-таки посидела на живописи, пописала, но так как я пришла поздно, я успела всего лишь чуть-чуть. Потом я сходила на вторую пару, на которую думала не идти, но мне надо было выбрать тему, поэтому я подумала, что лучше прийти, так будет проще мне потом в будущем. И после этого я еще осталась немножко на живописи, там уже пришла другая группа, я вместе с ней сидела, занималась, доделала, по крайней мере, фигуру, чтобы она полностью была построена, потому что окружение там несложно. И вот сейчас я пришла на мозаику, у меня есть буквально 2 часа, чтобы чуть-чуть поделать. Я сделала вчера небольшой кусочек, буквально вот этот вот. Хочу заложить вот этот, наверное, кусок и закрыть вот эту дыру. И думаю, что, надеюсь, что я хотя бы это успею. И потом... Я планирую прийти, как обычно, в Додо, потому что это не реклама Додо, я люблю KFC, Бургер Кинг больше всего люблю. Просто так получается, что она... Додо, оно. Хотя это она, это же птица, ну, короче, не суть. А Додо находится прям рядом с моей общагой, вот, и там есть розетки, что мне очень удобно, потому что я рисую на iPad, мне нужен телефон и все такое. А, и, конечно, без розеток сидеть не камильфо, вот. Потому что в общежитии... Ну, как бы, скажем, не такая рабочая атмосфера, хочется то полежать, то еще что-то. Поэтому я пойду еще там порисую, либо прессую, либо смоделирую то, что я рисую сейчас. Потом, возможно, поподробнее об этом расскажу, потому что анатомия у меня еще под вопросом, и мне очень тяжело рисовать, когда у меня нет подходящего референса или нет подходящей натуры. Поэтому я хочу смоделировать ту позицию, в которой у меня стоят персонажи, и... Попробовать нарисовать с этого, мне кажется, так будет в разы проще. Поэтому, возможно, я только час или полтора буду этим заниматься, потому что это тоже непросто. Я еще буду думать, над какой позой, потому что я еще не уверена над эмоциями, над позой. Мне хочется прям достойно подойти к тому, что к тому фанарту, который я сейчас рисую. Так что, возможно, это будет тоже не быстро. Сейчас около 10-11 уже вечера. И, как я говорила, вроде бы, да, я упоминала, что мне нужно загрунтовать, вообще, в принципе, натянуть и загрунтовать холст. Я уже вырезала ткань для него, но, как видите, она мятая. Мне надо будет ее сейчас погладить, иначе она просто потом... Ну, это будет видно на холсте даже после грунтовки. Тут я замешала желатин уже. Надеюсь, что будет норм. Вообще, по идее, он до завтра... Ну, его нужно готовить хотя бы 2 суток, но получается так, что у меня есть на это... ночь. Я сейчас загрунтую его, точнее, прожелатиню, и надеюсь, что ближе к утру я еще раз стану прожелатиню.
Я надеюсь, что к тому, когда я буду выходить, он уже высохнет, и я загрунтую его. И завтра в универе, когда приду, второй раз загрунтую. Или хотя... Ну, как-то так, не знаю, короче. Возможно, что на этом ролике я буду заканчивать, потому что я уже очень устала. Если у меня будут силы, я еще смонтирую ролик. Сегодня пятница, и завтра в субботу уже выложу, но это не точно. Но, скорее всего, я надеюсь на это. Вот, напоследок вам мой пупик. Пупскин. Вот, с ней все хорошо. Все так же грызет клетку, ничего не меняется. Вот. Спасибо, что смотрели этот ролик. Да, все. Всем до свидания. И всем пока. Ти-ри-ри-ри-ри-ри.